Очевидец. Жизнь. Что значит жизнь? Быть живым значит отличаться, как растения и животные, от неорганического вещества. Наша планета насыщена жизнью. Низшие формы, высшие формы, формы живого, невидимые без микроскопа, жизненные формы высотой с многоэтажку. Несмотря на все обилие примеров, трудно сказать, что же это жизнь. Интуиция говорит, растение живое. Робот, хотя он гораздо активнее, мертв. Черепаха, конечно, живая. Этот камень мертвый, а улитки, замаскированные под него, нет. Для многих жизнь – это философское и религиозное понятие. Во многих религиях и мифологиях жизнь, особенно человеческая, это как бы огонь, дар Божий. Многие народы видят начало Вселенной и источник жизни в космическом яйце. У древних египтян бог Птах был гончаром, слепившим это мировое яйцо. В вавилонском мифе человека сделали из глины, смешанной с кровью и плотью богов. У иудеев и христиан Бог тоже слепил первого человека Адама из земли и праха, а Еву сделал из ребра Адама. Индейцы племени Зуньи считают, что человек возник, когда подземные существа выползли наружу и приблизились к небесным богам. Веками мы придумывали магические способы сотворения жизни. Сейчас допускается, что жизнь потребовала некой вспышки, но происхождение ее было не магическим, а химическим. Массовые извержения вулканов раскаляли Землю миллионы лет назад. Возникали колоссальные температуры и давления. Атмосферы почти не было, и планету облучал жесткий солнечный ультрафиолет. Земля была бурлящим котлом, исхлестанным грозами. И этот химический реактор давал все новые вещества. Среди них аминокислоты, кирпичики жизни. Ученые считают, что этого было вполне достаточно. Химически жизнь стала неизбежной. В 50-е годы чикагские ученые Миллер и Юри смоделировали условия примитивной Земли в лаборатории. Когда электрический разряд имитировал вспышку молнии, образовались аминокислоты, которые могли бы дать начало жизни. Конечно, не таким монстром, как показывают в фильмах ужасов. Первый акт творения длился долго. Миллионы лет прошли, пока химические вещества соединились в нечто, обладающее главным свойством жизни – способностью самовоспроизведения. Без этого организм исчез бы, не оставив потомков. Повторение – главное правило жизни. Многие примитивные организмы размножаются простым делением. Видимые только в микроскоп – это комки цитоплазмы, живого студня, способного только есть и двигаться. Их больше, чем любых других существ, и человеческое тело истребляет миллионы их каждый день. Примитивная жизнь размножается удивительно быстро. Колонии плесневых грибов покрывают кусок хлеба за несколько часов. В конкуренции за пищу крупным обычно легче. Одноклеточные организмы могут объединить свои усилия, образовав губку. Это колония, где каждая клетка знает свое место. Если губку измельчить, она не погибнет. Каждый кусочек вырастет в ее копию. Только сначала губка должна быть живой, иначе вы просто засорите раковину.
Если клетки организма специализированы, он способен на гораздо большее, чем губка. Клетки листа, клетки стебля, клетки цветка, клетки плода, клетки кожи, клетки носа, клетки улитки, возможны любые стратегии жизни. Грибневик демонстрирует выгоды специализации. Наружные клетки машут ресничками, и весь организм свободно плавает, напоминая подводный ночной клуб. Многоклеточные формы поражают разнообразие. Тяжелые, высокие, быстрые, сильные, умные, красивые и просто странные. Откуда такая неуемная специализация? Почему на леопарде пятна, на сосне шишки, на райской птице перья, а у рыбы-парусника такой плавник? Согласно Библии, Бог сотворил всех животных, а тех, что выжили, спас Ной на ковчеге. В сказках Рэдьярда Киплинга животные изменялись, попадая в разные переделки. Скажем, нос у слона вытянулся в схватке с крокодилом. Раньше ученые считали, что изменения вызваны потребностями животных. Натуралист Жан Ламарк предположил, что жирафы были короткошеями, но каждый из них растягивал шею, кормясь листьями, и передавал приобретенные признаки своим потомкам. Теперь мы знаем, что это не так, и обязаны этим английскому натуралисту Чарльзу Дарвину. Он создал теорию естественного отбора. Он предположил, что при воспроизведении организмов иногда возникают неточные копии, мутации. Большинство их вредно для потомства, и оно погибает. Однако бывают и полезные мутации. Потомство оказывается приспособленнее родителей, скажем, менее заметно для хищников. Размножаясь, эти особи дают начало новому виду. На островах Галапагос тайного врожденного дефекта, облегчившего добычу корма. Мутанты лучше ели, дольше жили, давали больше потомства. Короче говоря, выжили самые приспособленные. Эволюция может прийти разными путями к одному решению. Например, рыбы и животные дали очень похожие формы – тунца и дельфина. Сумчатая куница в Австралии и оцелот в Южной Америке почти одинаковы по своим повадкам, но приобрели их независимо друг от друга. Эволюция дает отличные результаты, но случайно и медленно. На каждую полезную мутацию приходится тысячи ненужных, но жизнь нашла способ повысить шансы и ускорить эволюционный процесс. Этот способ – половое размножение. Пол известен уже у мельчайших существ. Гидроидные полипы в море размножаются в два этапа. Сначала они отпочковывают от себя крошечных медуз. Каждая из них выделяет особые клетки, которые сливаются с чужими. Два простых организма дают один гибридный. Это половое размножение в чистом виде. Сочетая признаки родителей, быстрее получишь в потомстве новое полезное качество. Значит, выше шансы приспособиться к изменчивым условиям. Но для этого нужна встреча половых клеток. Растения, закрепленные в почве, нуждаются в посредниках, агентах, которые перенесут их половые клетки к подходящим сородичам. Они приманивают добровольцев цветками и вознаграждают их нектаром. К счастью, это окупается.
Посредники невольно переносят пыльцу туда, куда надо. Некоторые привлекают партнеров изысканными танцами. Чтобы самец райской птицы зачал новую жизнь, он должен показать, как она прекрасна. Зимородок покоряет самку умением добыть рыбу для нее и будущей семьи. Некоторым приходится отбивать самку у соперников. Поединки морских слонов не слишком зрелищны. Зато как красочно проявляет себя тяга к размножению у людей. Здесь тебе и перья, и разноцветные узоры, и столько приманок, столько ритуалов ухаживания и демонстрации своих талантов. Хотя половое размножение требует много энергии, это лучший способ передать детям все лучшее и добиться еще большего. И результат налицо. Уже давно китайцы заметили, что посадив высокоурожайный рис вместе со скороспелым, получишь высокоурожайный скороспелый рис. А свиноводы во всем мире поняли, что скрестив жирную хрюшку с жирным хряком, получишь очень жирный приплод. Эта лейстерская свиноматка весила с маленький грузовик. Но этот способ работал не всегда. Никто не знал почему, пока австрийский монах Грегор Мендель в прошлом веке не открыл законы наследственности, то есть генетики. Он скрестил красный и белый горошек и получил только красное потомство. Но среди потомков этих гибридов снова появились белоцветковые. Значит, все признаки сохраняются, только не всегда заметны внешне. Это открытие дало нам стойкую пшеницу, хранящиеся до весны яблоки, огромный сельдерей, помидоры на любой вкус. Мы вывели даже более сочные апельсины. Суть всего живого – рост. Семя дает растение. Даже плод в утробе знает, как ему расти. Чтобы размножиться, надо вырасти, иначе откуда бы взяться потомству? Вопрос, что было в начале, яйцо или курица, интересен. Но не менее интересен другой, как из яйца возникает курица. Жизнь начинается с крошечной клетки и растет, чтобы размножаться. Это нелегко, если сверху твердый панцирь. Раковина улитки растет вместе с ее телом. Это чемпион мира по медлительности. Скорость передвижения 50 метров в час. Другие, например, раки, чтобы расти, должны периодически сбрасывать панцирь. Взрослея, некоторые животные радикально меняются, превращаясь в разные формы, приспособленные к особым условиям жизни. Гусеница – это жующая машина, созданная для быстрого роста. Превратившись в бабочку, она становится машиной для размножения. Эфира дрейфует месяцами, напоминая цветок, а не животное, пока не превратится во взрослую медузу. Рост не беспределен. Гигантам легко в кино. Реальные динозавры были огромны, но это затрудняло адаптацию к новым условиям и, возможно, привело к их вымиранию. 400 лет назад Галилео Галилей рассчитал, что 100 метров – предел роста для живого. Секвойи в Калифорнии совпадают с его расчетами почти до метра. Но откуда существа знают, как им расти? Любой организм содержит свой собственный чертеж в виде молекулы ДНК, свернутой внутри клетки.
Двойная спираль ДНК хранит всю информацию о свойствах организма, будь это муравей или дуб, или слон, или ромашка. Данные о строении даже простого организма заняли бы 200 толстых томов. И все это внутри крошечной молекулы ДНК. Как и рецепты в поваренной книге, признаки видов и особей записаны особыми сочетаниями поперечных связей в ее молекуле. При половом размножении двойной набор ДНК родителей разделяется. И потомство получает половину ее информации от отца, а вторую половину от матери. У нового поколения может быть отцовский цвет и материнский запах, крылья матери с узором отца, ее улыбка и его характер, ее ноги и его лицо. Чтобы расти и работать, организм должен есть. Многие за месяц вырастают вдвое. Одни животные хищники, другие вегетарианцы. И только растения творят себя из воздуха. Долго думали, что они получают пищу из почвы. Потом бельгиец Ян-Баптист ван Гельмонт посадил черенок ивы, взвесив и его, и почву. Через годы дерево заметно потяжелело, а почва в весе не убавила. Откуда же взялось все это новое вещество? Растениям нужны из почвы вода и соли, но кормятся они в основном углекислым газом на свету. Это называется фотосинтезом. В ходе него образуется глюкоза, а из нее все остальное. Многие организмы получают все, что надо, прямо из растений. Другие едят вегетарианцев и становятся добычей третьих. Черви и бактерии подчищают остатки. Человек съедает столько, сколько весит сам за 50 дней. Тысячи трейлеров с продуктами за жизнь, чтобы текла кровь и билось сердце, 40 миллионов раз в год. Потребность в еде приводит к странным адаптациям. Португальский кораблик становится жертвой крохотной улитки, медленно пожирающей крупные животные вместе с его жгучими щупальцами. Но это еще ничего, если сравнить с едой одного французского таксиста, который на спор съел целый одномоторный самолет. По кусочку, закусывая его нормальной пищей. Авиакомпании невкусно кормят. Даже когда растешь, часть еды превращается в энергию. Для этого нужен кислород, к счастью, побочный продукт фотосинтеза. Это главный источник кислорода в атмосфере. Обширные дождевые леса дают его больше, чем требуется нашим густонаселенным городам и промышленности. Кислород необходим даже в океане. Эти яркие выросты на спине моллюска – примитивные жабры, извлекающие кислород из воды. Так же дышит большинство рыб. Вода омывает жабры, кислород поглощается, вода выталкивается, тонкий фильтр удаляет из нее взвешенные частицы. У примитивной миксины фильтра нет, и она специально продувает жабры. Звери и рептилии получают кислород, расширяя полость тела, создавая вакуум, засасывающий внутрь воздух. За свою жизнь гепард вдыхает его столько, сколько поместится в этом хьюстонском павильоне. Жабам и лягушкам воздух нужен не только для дыхания. Квакая, они раздувают глотку просто до фантастических размеров. Недаром их приметили колдуньи.
Закованная в панцирь черепаха раздуться не может. Дышать ей нелегко, и кислорода она тратит очень мало. Птицы дышат буквально за двоих. Связанные с легкими дыхательные мешки позволяют им совмещать вдох и выдох. С постоянно раздутыми легкими жаворонок может петь, не переводя духа. Гусям во время долгих перелетов на огромной высоте хватает воздуха, чтобы еще и гоготать. Но кислород нужен для жизни не всем. В глубинах Тихого океана необычные бактерии дышат и питаются за счет газов вулканических фумарол. В этой странной пищевой цепи, лишенные света, донные прозрачные черви двухметровой длины живут за счет бактерий, поселившихся в их коже. Для многих форм живого питание, рост и дыхание – это еще не все. Чтобы выжить, надо чуять опасность и быстро реагировать на раздражители. Большинство растений этого не может, хотя и движется. Цветки поворачиваются к солнцу, корни тянутся к влаге. Сарацения раскрывает свои листья-ловушки. Некоторые растения реагируют на добычу и ловят ее в капканы. Зато животные снабжены самыми разнообразными датчиками. Гремучник находит добычу в темноте, реагируя на инфракрасные лучи. Теплокровный зверек может сбежать, но спрятаться от змеи не в состоянии. Летучие мыши используют ультразвуковой эхолот, неслышимый для человека. Но их жертва, мотылек, успевает среагировать. У него сверхчувствительный слух. Акула плавает в 6 раз быстрее человека и реагирует на низкочастотные звуки, издаваемые напуганными животными. Столкнувшись с опасностью, некоторые способны лишь к пассивной защите. Другие пускаются на утек. Но по быстроте реакции нет равных легендарному гепарду. Он развивает скорость 70 км в час за 2 секунды и может дать больше сотни. Это стометровка за 3,5 секунды. Колибри не уступит гепарду в скорости, но может зависать в точно заданном месте и летать задом наперед. Ястребы и соколы – самые быстрые в мире летуны. Рекорд сокола Сапсана – 320 км в час. Сокол – птица мифическая. В египетской легенде богиня Изида, обернувшись соколом, крыльями пыталась вдохнуть жизнь в своего мертвого мужа. Таким процессом нужна определенная температура. У человека ее диапазон узок. 5 градусов в сторону от нормы – и дело плохо. Чтобы сохранить нужную температуру, у нас, как и у большинства зверей, хватает контрольных систем. Если жарко, мы потеем. Когда холодно, дрожим, выделяя мышцами энергию. Сосуды расширяются в жару и сжимаются на морозе. Поэтому замерзший нос синеет. Черепаха, как все рептилии, зависит от внешнего тепла, обычно даваемого солнцем. В холодную погоду она ищет укромное место, чтобы заснуть. Некоторые формы жизни кажутся непобедимыми. В Антарктике бактерии и ряд пауков выдерживают 40 градусов ниже нуля. Как жуки и тараканы не замерзают при низкой температуре, было загадкой, ведь, как и все существа, они состоят в основном из воды. Оказывается, они содержат диэтилсульфоксид. Это антифриз. Природа опять нашла решение задолго до человека. Удивительная приспособляемость жизни на Земле
позволяет искать ее и в космосе. Если организмы бывают такими выносливыми, может им по плечу колоссальное давление Венеры или раскаленные пустыни Марса. Эти окаменелости в метеорите, прилетевшем, как полагают, с Марса, ставят вопрос ребром. Была ли на этой планете жизнь? Возникла ли она именно здесь, на Земле? Или зародилась вдали от нее и упала к нам с неба в метеорите? Если вокруг столько звезд с планетами, логично ли, что мы одиноки во Вселенной? Чем больше мы знаем о жизни, тем меньше четких границ. Перед нами много созданий, которые потребляют энергию, дышат, регулируют температуру, реагируют на стимулы. Они могут казаться живыми, но кое-чего не достает. Любое живое существо когда-нибудь должно умереть. Жизнь скоротечна. Однако она настолько упорна, что если на Земле случится катастрофа, которая разрушит все вокруг, кроме единственной молекулы ДНК внутри одного микроба, этого хватит, чтобы эволюция началась заново. Режиссер Брайан Каммингс, автор сценария Дэвид Стефан, композитор Гай Дейгл, художник Джин Крейман, операторы Даглас Хартингтон, Даглас Янг, продюсер сериала Мартин Мортимор. Фильм озвучен фирмой СВ Кадр на том студии Мосфильм по заказу телесети ТНТ в 1998 году.